Vai. Лучше не привлекать внимания. Эй, осмотрись-ка. Что ты? Ух ты! Откуда? Вот ты где! Ах!
Держи его! Эй! Тебе конец! Мы вглядываемся в бездну и впадаем в забытье. Наша Ка в пути, вдали от тела, бороздит сонные коридоры и залы. Пока, наконец, не замрет перед слепящим светом и тенью многомилья, ощущая каждое дыхание ветра и шепот перьев. Мы увидим то, что не могли видеть – тайны ночного путешествия. И только тогда мы поймем.
Мы вглядываемся в бездну и впадаем в забытье. Наша кафе. Как мне толковать сны, если я не могу рассеять туман своего видения? Что показали боги? Я у глубокого колодца. Слышу стервятников, и кто-то произносит мое имя. Боюсь, греки забрали бесу. Колодец — символ заключения. Солдаты отважились забрать мастера тайного? Проклятие, дурные предвестия, люди в отчаянии. Если греки забрали бесу, он в Луксоре. Я найду его. Спасибо, Неп. Да будет твой путь безоблачным. Спокойно. Скажи мне, что ты видела? Мертвый царь, поедающий кишки моих детей. Где беса? Солдаты попрали веру. Как они могли схватить мастера тайного? Навлекли на нас проклятие!
Место хорошо охраняется. Тебя послал Эмиан? Ей снилось, ты в беде. Все еще хуже. Пошли. Тут говорить нельзя.
Мерди, ты знаешь, что проклятие сделало с Кибом? И со мной. Я остался один. Твой дядя еще жив, Сутех? Ну, нет. Я знал, что ты придешь. В горячке мне привиделся орел, парящий над моей темницей. Как солдаты отважились забрать тебя? Иглы снов пронзают их, подобно жалам. Но я больше боюсь за Миан. Ее брат Тапти, он украл мои священные свитки снов. Зачем ему это? Не знаю. Но мне приснилось, как он глодает кукурузу, рыская в пыли вместе с собаками. Дурное знамение. Куда он дел папирус? Они с Миан выросли в восточной части Фив. Когда я взял ее в ученицы, он спрятался в подвале под домом. Возвращайся к Миан. Я найду ее брата и твои свитки. Брат Миан расскажет всю правду. Они приходят. К добру. Беса говорил, Тапти прячется в подвале. Может, он еще жив? Разбойники? Но крестьяне дали отпор. Эй, что? Что? Погиб, защищая дом. Decision, Gerek.
Нездоровая одержимость сестрой. Но он спрятал свитки. Дапти, боги покарали его. За воровство? Или было еще что-то? Тут ничего. Похоже, разбойники стащили свитки. Дапти слишком сильно любил сестру. А свитки... Может, разбойники решили их продать? Ветки сновидений. Вернусь к Бесе и Миан.
Кохерт, я? Рота геруя! Віксук ер! Нумес, ніо джеріан? Сердіне! Я сердіне! Орел вернулся. С твоими свитками, беса. Мой брат, он мертв. Я наклонилась к земле и услышала его голос под бесконечной толщей песков. Измена! Измена! Спасибо, Орел. Не знаю, проклятие это или судьба, но он один был моей семьей. Мне жаль, Миан. Он очень любил тебя, несмотря ни на что. Проклятие поражает тех, кто не может справиться с бременем совести, Миан. Во снах они видят тростниковые лодки, уходящие от берега. Будь осторожен, беса. Миан, сейчас опасные времена. Твое странство еще не окончено. Возвращайся, когда ноги приведут тебя в место, запретное для всех. Сразу накинуться. Эй, откуда? Эй, что? Я убью тебя! Да.
Бог, вот, яростный, владыка Фаюм. Thank you.
Эй, стоять! Эй, ты! Стой! Уберите! Меня не должны здесь заметить. Что ты? Вид или запах? Эй, ты! Замри! Надо было тебе бежать. Попробуй это. Место хорошо охраняется. Тебе здесь... Лучше не привлекать внимания.
Ты, стой! No.